не устаю повторять. Некоторые образцы оружия, похоже, изобретают просто ради того, чтобы было. И в галерее подобных изобретений пистолет ПАР-1 способен занять не последнее место. Достаточно вдуматься в этот перечень описаний. Карманный. Однозарядный. Под патрон. 223 Ремингтон. Поспорить с ним тут может только его брат, ПЭК-1, при абсолютно той же конструкции, использующий патрон 7,62 на 39. Если абстрагироваться от специфики конструкции, то на цифрах пистолеты выглядят интересно в качестве карманников. Толщина всего в 17,8 мм, конструкция полностью из нержавеющей стали, ствол в 95 мм длиной. Стоп, уже здесь мы сразу напарываемся на «но». Длина ствола-то указана от казенного среза до дульного. А с учетом габаритов патроника от самого ствола остается, мягко говоря, совсем ничего. Невольно хочется съязвить, что в выстреле самым страшным будет вспышка дульного пламени, которая даже на свету впечатляет, и еще как. Пуля же, едва успевающая преодолеть звуковой барьер, даже в случае использования патрона. 223, а в случае 7,62 на 39, и вовсе осиливающая от силы 270 метров в секунду. Пожалуй, один из самых глупых способов ее выпустить в принципе. Особенно если учесть, что кучность у подобных коротышей из разряда так себе, а перезаряжаться в случае чего придется долго, руками вытаскивая стреляную гильзу. Пули же частенько приходят боком, даже при стрельбе практически в упор, на нескольких метрах, что для этих патронов смешная цифра. Если они использованы в нормальном оружии, конечно. Ах да, последняя вишенка на торте, это сооружение еще и может заклинить, повозиться придется либо с переломом ствола, либо с выбиванием гильзы. Производитель этого даже не скрывает, а напротив, даже выпустил на этот случай инструкцию, как таки заставить пистолет открыться и выковырить гильзу из патроника. За $399 в самой дешевой версии без портирования ствола, браво, однако. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.